И снова всех приветствую, друзья, на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, сегодня у нас рыбалочка будет происходить на лодке. Вот у меня одноместная лодочка, старенькая, ну, как говорится, удаленькая. Вот, две удочки поплавочные. Станем возле камышика, а там очень прекрасная заводь из камыша. И знаете, рыбка здесь довольно неплохая. Караси по полкилограмма, карапчуки есть. Дабы его. Ну все, вроде бы такое неплохое местечко. Вот. Такой немножко затышек. Рогозняк у все. Это, кстати, хороший камыш. Карась полюбляет такое. Вот как раз можно как бы встать вот так. И бросать под рогознячок. Ага, это мелко, очень мелко. Я вот весло опускаю, полметра глубины. А тут глубже. Тут глубже. Так, друзья, в общем, я определяюсь пока. О, черепашка вон. И здесь черепашки есть. Ёханы бабай. На речке черепашки и здесь появились. Не, ну здесь их мало. Попробую сейчас удочку опустить и замерить. О, вот здесь уже больше полуметра, а то и метр. Так что можно, в принципе, и здесь нам заякориться. Так, ну что, заплывем задом в камыши. Вот, видите, небольшое такое пространство в камышек. Вот здесь, я думаю, как раз на две удочки будет отлично. Так, ну что, задний ход. И заплываем. Супер. Так. Так. Сразу же давайте закормим. Так, пока хватит. Так, червячок у меня уже висит.
Давайте сразу и забросим. Так, одну мы вот сюда закинем под камышек. О, вот это глубина уже. Тут даже чуть больше, чем метр. Где-то 1200. О, так, а ну-ка. Трава. Ага, и червяка сорвал. Так, ладненько. Сейчас еще разочек. Да, сегодня ветер большой, так что я пытаюсь найти такое местечко укромное, чтобы... Так, все, сейчас наживляем наживочку. Также я с собой брал перловку. Сейчас пока мы на одну червячка подцепим, а на вторую уже перловочку. И надо немножечко подождать, потому что я нашугал ее лодкой. Карась такой, он быстро подойдет. Минут за 20 уже подойдет. Так, все, одна есть. Так, вторая. Так, вот моя перловка. Сюда мы перловку. Перебор с глубиной чуть-чуть меньше. Во, отлично. Ну что, друзья, ждем первые поклевочки. Ладошечный такой. О, красиво так приподнял, нежненько. Блин, сорвался. Так хорошо взял. Такой до ладошечки небольшой. Че, крупный как подойдет, мелкого обязательно отгонит. Вот. Можно будет, конечно, еще попробовать на перловочку. Возможно, даже будет на перловку крупнее брать здесь. Но пока на червячок.
Положил сразу. Тоже такой до ладошечки. Сразу с пулемета, друзья. Так, друзья, буду я выбирать вторую удочку из-за того, что очень часто клюет. На две я буду просто чисто физически не успевать. Так что одну мы отставим. Вот это. О, красноперка. Красноперка. Красноперочка. А, да, ее тут, кстати, хватает. И здесь есть довольно неплохие экземпляры красноперки, кстати. Подцепим перловочку. Две штучки.
Попробуем. Может, крупнее будет проклевывать. Ветер разыгрался, не на шутку. Я и смотрел сегодня до 8 метров в секунду. Обещали ветер. Опа, сразу поклевка. На перловку покрупнее, ладошные. Да, где ты? Ого, ветрюган аж удочку заносит. Это уже хорошенькие. Ух ты, ё-моё! Красавица какая! Смотрите! Красноперка какая! Краснопюха! Ух! Красавица! Сразу только кинул, сразу! Так, иди ко мне. Мою кошелочку. Ага, в лодочку. А теперь в кошелочку. Чуть-чуть, давай его и давай подымай поплавочек, поподымай, красавца моего. Берет сразу
то, как крючок видно опускается, там рыбы кишит, там кишит рыбы. Кошелочку. Поплочек только стал, и уже сразу начинает его ложить. Цепляю по две штучки. Так, близко, чуть подальше. Вот. Ого, ого, если бы не этот камыш, что сзади меня, меня бы уже понесло бы сюда. О, хорошенький. Хорошо, как лодочка, раз, как подхваточка. Кошелочку. Сейчас немножко обновим крыловочку, та, которая заключительная. Друзья, будем собираться, хватит уже 2 часа дня. Давайте посмотрим, что мы поймали. О, ну, килограммчика 2,5 до 3 поймали. Карасики такие в основном ладошка, редко попадались больше с ладошкой. Ну и красноперка такая неплохая бывает проскакивала. Так, ну все. Буду я причаливать к берегу. Ну, ножки уже замлели. Чувствую заднюю часть. Вообще уже не чувствую. Все, буду выплывать.
Так, друзья, вот Валерий поймал небольшое ведерочко. Да. Ну, садошечку такие, карасики. На удочку, да? Да, на удочку. Попарыш. Очень хороший. Бутер. Да, даже лучше на марке. Ну что, друзья, я с вами не прощаюсь. Я говорю, до встречи. Не забывайте за лайк под видео, подписка на канал. Да, и не забывайте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе о новых наших видео. Все, друзья, всем пока, а в рыбалке ни хвоста, ни тишины.